Снова ты это сделал! Да. Ты уже, у тебя есть опыт, все не на опыте, да, без ошибочек, спокойно. Помнишь, как тогда в Астрахани это было? Ну, ошибки всегда будут. Все, да будет, давай по матчу. И те ошибки, и сегодня. И сегодня а тоже сегодня будет. Разве были? Ну, по-любому были, но все равно сегодня мы показали как командную игру, как мастерство, как и бойцовские качества в прямом и в переносном смысле этого слова. А у Джеффа это, у Джеффа удар поставленный, да? Ну, конечно, ребята, у нас у всех удар поставленный. Так что мы, я думаю, в любом виде спорта преуспеем. Самое главное, что победа. Уверенно? Тяжело было, да? Ну, было тяжело, но все равно мы контролировали ход матча. Были полумоменты. Конечно, они будут всегда там возникать. 1-2 всегда возникнет во время 90 минут. Такое очень редко бывает, что, чтобы команда не атаковала. Ну, а так, в принципе... Ну, мне кажется, вы как-то минуты на 25-30 поняли, что все, они потели, вы начали играть первым номером и больше инициативу-то не отдавали. Ну, как и в первом тайме. Может быть, минут 5-10 первые, там мы присматривались друг к другу. Но они играли на контратаках от обороны. Вот, и, в принципе, во втором тайме мы немножко прибавили, стали появляться зоны. А о чем мы вообще? Кубок. Здесь, все здесь. То ли еще будет, да? Конечно. Там, кстати, суперкубок со Спартаком уже маячит. Да, кстати. На нашем стадионе, только что Герку сказал. А, все, это интересует. Ребят, всех ждем. Все, будем работать, всех ждем.